Я думаю, что поставим сегодня на порядок таким образом. Судьба граждан сегодня, особенно в такой ситуации, небезразлична и членам правительства. Постоянно находился вопрос на контроле у президента. Одно из требований демократии явилось принятие указа президента. Я еще раз желаю всем удачи. А вы будете резать. Еще. А? Да. На удачи. Не надо. Зачем вы сюда приехали? Да. Зачем? Подготовлена судьба. Регистрация. После того, когда это все видишь своими глазами, то, конечно, и приходится уточнять действия. Что эти наказы будут переведены на язык правительственных поручений и постановлений. На команд 5-го отдела Волжского казачьего войска. Спасибо вам, добра, счастья, здоровья. И мы вместе. Спасибо вам. Спасибо, Олег Николаевич.